Спортивно-оздоровительная секция для людей с ограниченными возможностями при гимназии номер 6 имеет большую популярность. Еженедельно теперь в течение полугода здесь будут собираться, как показали предыдущие годы, не менее 30 человек. На открытии группы здоровья присутствовали директор гимназии Вера Вавилова, председатель городского общества инвалидов Анна Кузьмина и депутат Госсовета Чувашии Сергей Михеев, при поддержке которого и проходят эти занятия. Это мой товарищ. Я желаю вам, чтобы этот год стал триумфальным для вашей группы. Вы мне обещаете уже второй год, и думаю, сегодня тоже будете обещать, что сразитесь с республиканской командой по пионерболу. Цели поставлены вашим руководителям спортивной команды, да. Задачи определены. Я вам желаю укрепления здоровья, хорошего, позитивного настроения. Здоровья вам и вашим близким, чтобы все в вашем доме складывалось только на оценку. Отлично. Здесь активисты занимаются оздоровительной гимнастикой, играют в различные игры и соревнуются в пионербол. На протяжении сезона люди с ограниченными возможностями улучшают координацию, получают заряд бодрости и находят новых знакомых. Вот нас сегодня маловато, да? Потому что первый день, но я думаю, что к декабрю, к 3 декабря, у нас 3 декабря день инвалидов, все, наверное, хорошо знают, Вы соберете 3 команды или больше команд и проведем первенство в этих соревнованиях. И кто у нас выйдет победителем, это будет здорово, потому что вы окрепнете, и дай Бог вам всем здоровья. Стоит отметить, что многие идут в секцию, глядя на своих коллег по обществу, и, несмотря на свои недуги, продолжают жить полной жизнью. Елена Фирцева, Петр Куприянов, новости Новочебоксарска.